Клево всем, друзья. Приехал на водоем. Уже обед, около часу дня. Только прекратился дождь, и я рванул попробовать погонять карасика. Фу, машина не пройдет сюда, пришлось далеко идти пешком, запыхался. Ну ничего, нормально. Сегодня я с маховой удочкой и с гусиным пером попробую половить. Посмотрим, какая активность будет. Если карасик будет более-менее активный, я думаю, получится у меня заснять красивые поклевки на всеми любимый поплывок гусиное перо. Поехали, друзья! Мне сейчас нужно грузить так поплавок, чтобы крючок коснулся дна. Это я вижу, что поплавок вышел на рабочую глубину. Так, вот делаю 2 сантиметра и проверяем. Отлично. Все, теперь глубина. Поводок у меня 10 сантиметров. Значит, я добавляю эти 10 сантиметров. И это значит, у меня подпаски легли на дно. Снимаю груз с крючка. Так, ну вот где-то так. Подпаски лежат на дне, крючок заюкорен. По идее, если подъем, поклевочка красивая, то будет видно. Если слабая, то и не увижу. Ладно, будем пробовать. Все. Точку выбрал, ребятки. Начинаю кормить. Кормить буду шарами. У меня вот есть немного прикормки. Груд с прикормкой. Леплю вот такие шары. Грунт очень тяжелый, очень липкий. И ими кормлю. Будет долго лежать в воде. Растворяться. Привлекать рыбу. Надеюсь, что привлекать. Не нужно, чтобы привлекал рыбу. Пока мы ее распугаем бомбардировкой. Теперь минут 20 здесь будет собираться рыбка. На дне зацепы. Плохо. Пока можно чайку попить. Фу, погода ужас. Вчера всю ночь лил дождь сильный. Только недавно прекратился. Все сыро, все мокро. Бррр, кутебяка. Что, одеваю опарыши. Парочку сразу одену. Не знаю, будет ли клевать или нет. Перепады погоды, температуры. То дождь, то не дождь, то ветер, то не ветер. Оп, ребята, сразу, только забросил. И такая поклевочка. Кто это у нас? Густерка. Вот такая густерка. Беги. Ужас, столько что бомбил, она уже там. Вот это ураган рыба. Вот это да. Только что падали кирпичи на голову. Хоть и с вкусняшками, но она уже там. Такое ощущение, что вот-вот дождь пойдет. Свежо так. Я налегке шел пешком. Почти ничего с собой не брал. Даже подсака нету. Карась сейчас подходит весь к камышам. Кушать, греться. Отъедаться, к нересту готовиться. Через полтора месяца у него нерест, ему надо. Опа! А! Ну явно была поклевка карася. Красивая такая.
давай. Оп. Ой, ты. Какой красавец. Есть, ребята. Есть карасик. Это вот такие красавцы поклевывают. Вот второго взял. Очень красивый. Так вот. Не крупный, но здесь, в этом водоеме, он в основном преобладает именно вот такой. Пришел на мой закорм. Пришел. Закорм сработал. Сейчас он эту плотвичку, густерку все отгонит. И будет доминировать там хозяин. Оживает природа. Все больше птичек поют. Но вот похолодало, лягушек не слышно. А когда было чуть потеплее, оп, повел, ребята, повел, смотрите. Повел. Ого! Ха-ха-ха! Такая поклевка, это густера. Прям был уверен, что карась. Обманул он меня. В этом году весна холодная, почти середина апреля, а как в середине марта погода. Так, затанцевал поплывок. Ну, давай, покажи свой класс, покажи красоту поклевки. Карасевые поклевки. Подпаски тяжелые и бросает. Клюнет, бросит. Вес тяжелый чувствует. Проблема гусиного пера. Ой, как приподнял. Оп. Ну давай. Ну вкусняшка, бери, клюй. Да, видно, что карась подходит, постоянно клюет. Ну вот груз. Поплывка тяжелая, он бросает. Просто его бросает. Вот так вот, друзья. Вот гусиное перо. Рыба малоактивная. Чувствует вес тяжелого груза. И бросает. Оп, повел. Вот это вот он взял. А вот это моя самая красивая поклевка была. Ай, красивая, настоящая, красивая. Эх, вот так бы все были. Было бы красотища. Вот он, красавчик. Красиво клюнул, как положено, по-карасевому. Приподнял и повел. Раз, сидит. Ветерок стих. Ой, вообще хорошо. Класс. Вот гусиное перо как раз для вот таких условий. Оп, ну давай. Когда нету ветра, или ты ловишь прям в камышиках, когда вот именно вообще ветра нету. Тогда его не тянет, не выдувает. О, карасик плеснулся, вылетел целиком. Ха-ха. Полностью небольшой карасик вылетел из воды. Красота. Thank you.
Друзья, я сейчас поменял монтаж спира на более легкий. И хочу посмотреть, будет ли разница в результативности. Потому что на перо я вижу что-то типа поклевок, а реализовать не могу. И дюбнет, бросит, дюбнет, приподнимет, бросит. И вот сейчас я ставлю монтаж полегче, где очень легенькие подпаски. И вот интересно сейчас сравнить, даст результат на улучшение результативности поклевок или нет. И вместе мы сейчас, друзья, посмотрим. Мне это самому очень интересно. Карасик. Поклевки вижу хорошо. Еще штиль в этом месте сейчас. Это что-то мелкое клевало. Красавчик, небольшой карасик. Сегодня вот и все говорят, не крупный ловится. Видать, погода сыграла. Ну хоть такой. Зато красиво. Водоем стал оживать. То там что-то плеснется, что-то там. До этого сколько вот было рыбалок, гладь была без всплесков совершенно. Вода начала погреваться потихонечку, и рыбка начала шевелиться, ходить, двигаться. Малек появился. Значит, тепло скоро уже будет, друзья, скоро. Плохо, если наступит сразу жара, вот это вот самое, когда вот прохладно-прохладно, а потом бах, и сразу пекло за 30 градусов, это, конечно, ужас. Иди сюда. Ай-яй-яй, красавец. Опять забагрился. Сколько его там. Знаете, друзья, а я на этот поплывок поклевки в разы лучше вижу, чем на перо. Просто даже сравнивать нельзя. Насколько я лучше вижу поклевки на этот поплавок. У него длинненькая антенка. Блин, на лету густерка. Легкий подпасок. Вот, друзья, смотрите. Вот это вот у него подпаски. Очень маленькие, очень легенькие. Эти подпаски я положил на дно. И вот, приподнимая эти подпаски, антенка вылазит сантиметра на 4, на 5. И это великолепно видно. Блин, да там густера встала. Кто это? Красноперка, ребята. Красноперка маленькая. Приподнимая вот эти маленькие подпасочки, они примерно раз в 6 легче. Не в 6, наверное, раза в 4. Легче, чем такой же подпасок один у гусиного пера. И вот приподнимая один этот подпасок, поплавок вылазит сантиметра на 4 антенка. А у гусиного пера, приподнимая подпасок, вылазит всего на несколько миллиметров. Понимаете, в чем? Поэтому приподняла подпаски на дном, я великолепно вижу поклевку, поплавок вылез. А там приподняла, я вижу, что он что-то дернулся. На таком расстоянии своим зрением я не вижу. Вижу, что он дернулся, пошевелился, значит, была поклевка. Там что-то подтянуло, он под углом встал, провело, видно. Но по сравнению с этим даже сравнивать нельзя. Вот так, друзья. Вот сейчас только что
я лично для себя сравнил и увидел вот эту разницу. Казалось бы, толстое перо, она более тонкий, с длинной антенкой поплывок, правильно огруженный. Я поклевки лучше вижу. Как я огружаю такие поплывки, ребят, можно перейти, посмотреть по ссылке. Очень подробно рассказываю, показываю. Вот иди сюда. Вот он приподнял чуть и держит. Все. И не бросает, главное. А с пером было то же самое, только он бросал. Вот в чем была проблема у меня у пера. Тут я вижу, что он приподнял и держит, не бросает, кушает. А у пера он приподнимает и бросает, приподнимает и бросает. Знаете, и для меня, наверное, одним из самых в ловле на поплавок все-таки становится видимость, комфорт, видимость поклевки. На первое место выходит. И вот я перепробовал много различных поплавков. И вот мне очень зашел вот эта модель, зашла. Вот такие модельки с длинной антенкой. Я этот поплавок огружаю по тело основными грузами. И вот так вот подпасками. То есть подпаски. Этот поплавок легенький, он 1-граммовый. И вот два подпаска, которые дают вот эту вот длину. Я их могу разделить, могу поставить рядом. И вот они, оба подпаска, если лежат на дне, при подъемке он вот так вот раз и всплыл. И поклевку видно просто сказочно. И при этом подпасочки очень легенькие, очень маленькие. Вот вообще, смотрите, друзья, вот такие зернышки. Как зернышки манной крупы под пасочки. И вот ты их приподнял, и я великолепно вижу поклевку. И почему именно с длинной антенкой? Ход антенки получается больше, и поклевку лучше видно. Поэтому вот более с длинными антенками, спортивный, грубо говоря, спортивный тип поплавка, но с более удлиненной антенкой. Давай перо. Перо — это поплавок деться. Ой, ностальгии. И вот сейчас для себя лично, уже для себя лично, в очередной раз вот взял, попробовал и окончательно убедился. Кроме того, что рыба клюет и бросает, еще я нормальных поклевок не вижу. Только когда уже он взял и красиво повел, да, тогда смотрится красиво. Вот он под углом и поплывок пошел. Красота, красот. Но при этом сколько я поклевок прозевал, не счесть. Сколько рыба просто бросила, которых я даже не увидел поклевок, тоже не счесть. И вот выбирать. Я выберу комфорт видимости поклевки и результативности. Иди сюда, хороший карасик, хороший. Ай, какой красавец, все, сдох. Настолько неактивная рыба, что вот сдается очень быстро. Хороший, хороший карасик. Вот такой красавец, бронзовый. Ой, красивая рыбка. Вот такой. Черный кочегар, вообще черный. Ребята, после дождливого проливного дождя в течение всей ночи
после мерзлопакостного сырого утра вот такая кайфовая вечерка, ребята, это просто кайф посидеть на берегу реки, половить карасиков на удочку в тишине, беззаботно. Это просто кайф. Ребята, я вам всем желаю как можно больше вот таких шикарных, великолепных вечерок с удочкой на берегу реки. До новых встреч, друзья!